теперь Вилли Ларинта, у которого нет на лыжах призыва к спонсорам. Да, есть у него какие-то там надписи на шлеме, на костюме, на комбинезоне. На лыжах тоже что-то такое присутствует. Ух, ух. Да, ну это было просто опять опасно опять, даже. Опять с Вилли Ларинта это происходит второй раз. Да, но здесь вообще была опасность того, что он просто потеряет контроль над лыжами. И как Ян Мазох, может быть, помнишь такого чешского прыгуна, вот приблизительно так же было, его просто опрокинуло в воздухе. Да. Но здесь Вилли Ларинта просто, наверное, за счет опыта и повезло. Мастерства своего удержался в воздухе, потому что... Ну, очень опасно было. Да, тут за голову даже Яна Ваатанин схватился. И за сердце тоже. Странно, да, только вот, что видимо, с Ларинтой это опять происходит второй раз подряд уже. Да, вчера ему, не так конечно, страшно было. Ну, знаешь, может быть, это, конечно, все-таки и в психологии дело. Ну, как его. Фу, да, очень-очень опасно. Хорошо, что все вообще так обошлось. Вообще он боком приземлился-то. А? Боком, да. Ну, знаешь, вывел он. Да, пронесло. Думается, да, пронесло, что называется. Потому что выдохнул он и сам. А вот он и показал.